Всем привет! С вами Мила, и мы продолжаем нашу рубрику «Флэш-игры». Сегодня игра «Головоломка с пушистиками». Она в разделе приколов почему-то, а не в разделе головоломок. Ну, посмотрим. Чаппи Шиллс. New Game. Забавная это такая музыка. Та-ра-та-та. Так. О, тут даже заставка есть. В общем, какие-то пушистики. Их напугала кошка. Потом прибежал какой-то чувак с пылесосом. Окей. О май гад. И что делать? Окей. Оу. И засасывать пушистиков, что ли? Обалденно сложная головоломка. Даже он показано, что нужно нажимать на левую кнопку мыши. Все, я прошла уровень? Офигеть. Дальше. Next level. О, вот это уже сложнее. Так. Что надо сначала сделать? Так. Давай. Давай. Вау. Такая звучка прикольная. А, понятно. Это очень сложная головоломка. Просто я бы никогда в жизни не разгадала бы такую головоломку. Дальше. Здесь что такое? Что-то показывает, под трубу надо. А, вот так что ли? Ага. Ну и что дальше? А, потом вот так. А вот тут уже стало посложнее, здесь уже надо подумать. Прикольно. Дальше. Next. Так. Ага, ну здесь типа блоки нужно передвинуть. Тут вообще все показывается. А, блок, куда его передвинуть-то? Сюда что ли? Чё? А потом чё? А-а-а, кнопка, вон я вижу. Надо на кнопку нажать. Опа. Вот так вот, да? Хе-хе-хе, забавно. Так. Пушистик, иди сюда. Вау. Им очень нравится, похоже, что их засасывают в пылесос. Так, next. Так, здесь что надо? Так, здесь надо сначала вот эту штучку убрать. Ай-ой, уйди отсюда. Так. Ага. И кнопка. Что надо кнопкой сделать? А, ну может быть вот эту штучку надо на эту кнопку? О, точняк. Ага, а дальше-то чё? Вот тут уже непонятно. И чё открылось дальше-то чё? О. Дальше чё? Сюда? Опять? Ну это открылось. Понятно. А пушистика-то как забрать? Вот тут уже согласна, здесь уже сложнее. Понятно. Ну на кнопку я нажала, да, что ли? Да, может быть? А-а-а! Тут, ё-моё! Понятно. Вау! Типа, вау, какая ты умная. Как ты могла догадаться? Так, дальше. Так, а здесь что у нас? Что за трубу это? Ой. Не-не-не-не-не, значит не так. Ай, стой. Вот эту штучку надо. Сюда, да, наверное, бросить? Опа. Ай, нет! Вернись. Зараза. Как рестарт сделать? Рестарт есть? Да, еще раз. Так, надо взять вот эту штучку и бросить сюда. Во. Так, теперь. А вот теперь можно, да, засосать? Давай. Куда? А, ну, так тоже пойдет, в принципе. Так тоже нормально. Вау. Обалденно. Обалденная игра, мне нравится. Так. Есть через трубу надо их засосать, а как?
А, что-то здесь показывается. Ага, вот так вот, да? А теперь иди сюда. Что он там сказал? Забавно. Не, ну действительно, она больше на логическую похожа. Хотя, в принципе, и на приколы тоже тянет. Так, next level. Но больше все же логическое. Просто потому, что здесь забавные такие мордашки, наверное, поэтому она и в приколах. Так. Так, а здесь что нужно сделать? Сейчас, секунду, дай подумать. Так, тут кнопка есть. Значит, так, здесь что-нибудь взять можно? А, во как! Ха-ха, прикольно. А теперь что? Опа! Ой, ой, нет, нет. Ой, давай, давай, иди сюда. Давай! Ха-ха-ха, прикольно получилось. А, так, теперь что? А, вот так. Давай, давай, иди сюда. Опа! Круто получилось. Дальше. Так, здесь что? Здесь рычаг какой-то. Да? Он так не нажимается почему-то, да? Опа. Опа! Ой. А, вот так вот заберем. Так, и этого теперь тоже заберем. Ну, в принципе, не очень сложно. Так, next level. Так, здесь что? Тут аж три кнопки. Ага. Ой, даже четыре. Так, берем вот эту штучку, нажимаем, да? Так, это передвигается сюда. О, нет, подождите. Стоп. Ага, эх. Чё ж ты такая, скажи, непонятливая, да? Так. Да подожди ты, дай это подумать. Так, может быть? Ой! Нет, подожди. Ой. Во. Ага. Окей. А дальше как? Дальше, дальше так как? Нет. Надо вот теперь это что-то нажать. А теперь если я нажму? Нет. Надо вот эту как-то... Стой! Стой! Ты куда? А если я... Ага. Вон как, да? Так, вот это уже сложнее. Сейчас, секунду. Надо поднять. Их! Так. На... А, подожди, надо, чтобы вот эта штучка сюда приехала. Так. Потом мы берем вот эту штучку. Да? Да. Потом мы... Так делаем. Эта штучка падает сюда. Затем... затем, затем... Затем мы делаем вот так. И засасываем этого маленького. Ой. Раза. Так. А, иди сюда! А, не-не-не-не, не ты! Все время мышку опускаю, то делаю. Так. Вау! Наконец-то ты это сделала, да? Даже звездочек не дали. Ромбиков, вернее. Так, здесь что? Сейчас. Здесь есть рычаг. Да? Да, и кнопка. Рычаг и кнопка. Нет, не пойдет. Ага, вот так вот, да? Опа. Окей. Дальше что? Ну, можно вот этого засосать теперь, да? Так. Так, вот как этого. Надо... А, теперь вот эту берем. Нажимаем на кнопку. Опа-на. Все, и засасываем. Вау. Забавненько. Дальше. Сколько здесь левелов, интересно? Так. Так. Что здесь? Ой. Так, кнопочку нажали. Вторую нажали. Ого. Ничего себе. Прикольно получилось. Так, а вот это вот теперь как... А, это вот сюда. Нормально. Музыка забавная. Та-та-та-ра-та-та-та. Так, дальше. Так, здесь какая-то машинка. Ага, вот так. Ого.
Ничего себе, вот это... Вот это принцип домино. Так, этого тоже можно, да? Так, и вот этого отсюда прям. Вау, какая ты умная. Ну ничего, так, забавная игра. Я думаю, на этом закончим. Возможно, следующие левелы. Я попробую, не знаю, сколько здесь левелов. А если я в меню зайду, у меня все скинется, мой прогресс. А, нет, select level, смотрите. О, так здесь 25 уровней, да, всего получается? Угу. А может все сразу пройдем? Давайте пройдемся сразу. Зачем разделять? О, я new game нажала! Не-не-не-не, скип. А можно в меню обратно? У меня не скинется? Нет. Я 14 хочу выбрать, да? Я на 14 остановилась, получается. А, ну я же его прошла, кажется. А, нет. Не прошла. А, нет, не прошла, это другой. Ой, ой, ай. А, попался. Ну, давай, давай, давай. Попался. Ты думал... А, так, подождите, стоп. Я что-то не так делала, кажется, да? Нет, я тебя заберу, иди сюда. Иди сюда. Да, вот, все. Так, next. Так, что здесь? Нет. Ой. Ой. Ой, кажется, я что-то не то сделала. Машина сломалась. Давайте ее сюда скинем. Давай. Да. Немножечко не то получилось. Машинка, иди сюда. Ну, давайте рестарт сделаем. Что-то я не то сделал, надо подумать. Так. Вот так, да, делаем? Потом машка подъезжает! Ай. Так, ладно. А вот этого как забрать? А-а-а, да, все, я поняла. Здесь надо, чтобы прям вот попасть, когда машина будет подъезжать, надо прям уронить на нее, на нее, давай, давай. Ну, нет, дубль 3, дубль 5 уже. Так, надо прям четко попасть. Тут ты, ё-моё, ну что ж ты не попадаешь-то? Давай еще раз. Нормально, попади на машинку. Да ты что ж такой косой-то? Машинка, подталкивай его. Подталкивай его. Надо прям четко в нее попасть. Как это сделать? Еее, попали. Фуф. Это нелегко было. Так, хорошо. Дальше. О. Так, ага. Значит, этого мы забираем отсюда. Так, понимаю. Этого отсюда. Вот и все. Вау. Так, здесь что? Надо вот эту штучку взять. Нажать, да? Я правильно поняла? Ай, подожди. А, вот так, да? Ага. И чё потом? Ну, допустим. И чё, сюда или сюда? Сюда, да? Ага, точно. Точняк. О, нормально. Вау. Надо что-то, блядь, какая ты умная. Так, здесь что? Да? Давай, катись. Ага, так, а здесь что? Отсюда, вот сюда. Ух, ничего себе. Офигеть. Забавно. Так, тут опять я башку опустила. Ты куда? Стой! Чё за на... а этого я как заберу? Обалдели? Не, ну нормально. А этого-то я как заберу? Вы чё? А, надо было сначала этого, потом этого. Поняла. Так, хорошо. Поняла.
Эй, что ты? Да все, эй, куда ты? Зачем ты? Выкинь его. Да, вот сначала вот этого забираем. Фиолетового, а потом красного. Вот. Так. Ну, отлично. Дальше. Так, здесь кнопочек. Здесь очень много кнопочек. И попробуй пойми, какая для чего и когда ее нажимать. О, ё-моё. Так, хорошо. Допустим. Теперь мы можем забрать красного, да? Так, теперь можем закрыть. Открыть вот это, да? Забираем вот это. Так, а как закрыть? А как этого забрать? А, вон как! Вау! Так, окей, сколько там левелов осталось? Дальше. Кнопочка. Да? Допустим. Ой. Нет. Что-то я не то сделала, кажется. Рестарт. Так. Так, может быть. Да? Потом. Кнопочку. Да? Правильно же я делаю? Чё? Потом. Ой, ты куда? Ой, забери её. Так, стой. Да нет, зачем? Стой. Обратно. Сейчас, секунду. А, ну все. Все. Next level. Дальше. Так. Не, скорее детская игра. Хотя тут, конечно, нужно подумать. Мало какой ребенок может догадаться сразу. Так, вот так, да? Там что? А ты на эту кнопку можешь нажать? Нет? Дальше-то чё? Ну, и чё? Чё мне кажется? А, вот так? Ага, теперь мы его забираем. Ладно. Так, а тебя? Иди сюда. Нет, сюда иди. Иди сюда, я тебя заберу. Так, хорошо. Дальше. Оп. Так. Что здесь? Нет. Что-то не то, кажется, да? Не то. Нет. Подождите. О! Вот так, что ли? Блин, нет, рестарт, что-то я не так сразу начала. Так, берем эту штуку. Куда ее? Сюда? Да? Или нет? Или сюда? Ага, точно. И что дальше? Дальше-то чё? А чё, мы обратно этот шар не можем забрать? Сразу что-то непонятное здесь. Нет, давайте еще разок. Не совсем понятно, что здесь делать. Так, ну взяли мы эту бомбу. Допустим, нажали сюда, да? Хотя непонятно, с чем я сюда нажал. Давайте сюда. Эй, да стой, куда? Шарик потеряли. Давай, падай сюда. Ты что ты сделал? Да. Да, вот это сложно. Так. Стой. Так, допустим. А обратно мы этот шарик не можем забрать, что ли? Это зараза. Да, хм-хм.
Не совсем понятно. Что зараза? Так. Дайте подумать. Ну, кроме шарика я ничего не могу так, в принципе, взять. Вообще ничего не могу. Да? Ну, допустим, я отпущу. А, я могу его сразу забрать? Что-то он даже ничего не сделал, смотрите. Фигня какая-то. Так. Куда я его еще кину? Ну я вот сюда его кинула, допустим, и чё? Эй, стой! Стой на этой кнопке. Поняла! Вон как! Надо вот эти сначала. Так, потом мы берем этот шарик. Да, это закрывается. Мы его сюда. Так, хорошо. Замечательно. Все, дошло. Ну, это было несложно. Когда последний левел-то? Сколько еще осталось? И чё? Нет, не так. Не так. Так, стоп. Ну, допустим. Да, и чё? Потом. Дальше ты чё? Тут я опять не туда нажимаю. Нет, не то. Вообще не то. О, все, вы попались, ребята. Когда уже последний левел? Так, дальше. Здесь что у нас? Да, тут каждым разом все сложнее и сложнее. О май гад. И что это? Понаделали, ну они тут, конечно, нет, стоп, я изначально что-то не так сделала. Так. Допустим, я нажимаю на эту кнопку. Допустим, да? Потом что? И что? А дальше ты что? Эх, типа, не догадалась-то. Ну ты тупая, да? Ну, должен как бы скатиться, что ли, я не поняла. Не очень понятно. Стой здесь пока что. Дальше-то чё? Всё повыкидывали. Ну? Непонятно. Почему этот стоит-то? Значит, как-то не так надо было. Ещё раз попробуем. Так. Кажется, я все правильно сделала. Вот, я нажала кнопочку. Эти выкатились. Правильно же? Нет. Или наоборот, надо было сначала эту, а потом выкатить эти бублики. Так, окей, давайте попробуем. Ты куда? Не-н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 е. Назад. Так, бери штучку эту, нажимай сюда. Так. Допустим. Теперь мы открываем. И чё? Нифига. И нифига. Эх, ты именно что, эх.
значит, не так. Так. Ну, давайте еще разочку. Ну, оно так и падает, зараза. Так оно и падает. Ну и эти тут тоже так вот упали, и все. Зараза, сложно. А так эти выпадывают. Это как бы правильно. По идее. А, смотри, вот эта штука тоже опускается. А когда я вот так делаю, она поднимается. Нифига. В общем, да, на вот этом уровне я застряла. Ну, в принципе, мы практически все прошли. Да, это получается еще три уровня. А так, мы, в принципе, все прошли. Игрушка очень прикольная, мне показалось. Ну и все. Такие вот пушистики. Я бы скорее отнесла ее не к прикольным играм, а к логическим-детским играм. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем, советуем и так далее и тому подобное. Всем пока!